Zuber ZR95082. Электрический рубанок с мощным мотором. Инструмент поставляется в фирменной упаковке и комплектуется параллельным упором, ограничителем глубины выборки паза, мешком для сбора пыли, ключом и запасным ремнем для электропривода и пользовательской документацией. Электрический рубанок выполнен в корпусе из светло-серого пластика весом около 3 кг, внутри которого расположен 950-ваттный щеточный двигатель. Его максимальная производительность достигает 15 тысяч оборотов в минуту. Регулировка скорости не предусмотрена. На обрезиненной рукоятке разместился красный курок выключателя, а рядом кнопка блокировки. В основании основной рукоятки – выход двухметрового шнура для подключения к бытовой электросети. В носовой части вынесена дополнительная ручка, совмещенная с механизмом регулировки глубины строгания. На левом торце рубанка разместился кожух ременной передачи. Отверстия для установки горизонтального упора предусмотрены с обеих сторон в носовой части прибора. С правой стороны инструмента предусмотрено отверстие для ограничителя глубины выборки паза, а также патрубок для выброса стружки, к которому крепится комплектный мешок для сбора стружки. В основании корпуса установлена подошва и барабан с ножами, выполненными из быстро режущей стали с двусторонней заточкой. Ширина строгания ограничена параметром 8,2 см, а глубина строгания достигает 3 мм. Таким образом, электрический рубанок Zuber оптимален для работы с заготовками из дерева различных пород, а также для выборки четверти и снятия фазок.